Жестокое убийство в Кривом Роге. Накануне вечером в металлургическом районе прямо на улице компания выясняла отношения. В какой-то момент несколько человек схватили одного из участников перепалки и затолкали в автобус «Мерседес». Очевидцы рассказывают, что буквально сразу же прозвучали два выстрела. Затем машина тронулась, дверь авто открылась, и из салона на ходу выбросили раненого. Люди вызвали скорую, но спасти пострадавшего не удалось. Он скончался в неотложке. Известно, что погибшему 42 года. Имя его не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. И пока также неизвестно ни количество подозреваемых, ни причины такой безжалостной расправы. Ця подія зареєстрована як частина 2 стаття 121 Кримінального кодексу України. Це тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілого. Зараз план перехоплення знято. Однак поліція оперативним шляхом приймає всі необхідні заходи для встановлення осіб, які причетні до цього злочину.